Одновременно повсюду усиливают меры безопасности. Контроль на границе с Францией возобновила Бельгия. В Италии дополнительные посты выставлены у французских представительств в Риме и Милане. Это же сделано в столице Аргентины. Контроль на границах усиливают Южная Корея и Япония. В повышенную степень готовности переведена полиция Филиппин. В США дополнительные патрули выставлены в Вашингтоне, Нью-Йорке и других основных городах. Кроме того, две американских авиакомпании на несколько дней отменили рейсы в Париж. Также туристические поездки во Францию отложили в Японии.